В связи с ростом числа погибших в ДТП Ямальская госавтоинспекция инициировала проведение операции «Встречная полоса». В настоящее время инспекторы оценивают ситуацию с дорожно-транспортным как тревожную. С начала года практически в два раза выросло число смертей в авариях. Причина гибели каждого второго участника ДТП – выезд на полосу встречного движения. Для предотвращения грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники ГИБДД проводят масштабную работу. Конечно же, в первую очередь сотрудники госавтоинспекции стараются профилактировать грубые составы нарушения, которые чаще всего и приводят к дорожно-транспортным происшествиям, где страдают или гибнут люди. Жители нашего города совершают все-таки маневры обгона в запрещенных местах на улично-дорожной сети, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто находится в данный момент рядом с ними в автомобиле или же в соседних автомобилях. Добавим, сегодня произошла авария на 461-м километре автодороги Сургут-Салехард. В результате механические повреждения получили 3 автомобиля. Водитель транспортного средства Ford Focus пока по неизученным причинам выехала на полосу, предназначенную для движения встречного автотранспорта, где совершила столкновение с транспортным средством Lexus. Далее от удара с транспортным средством Lexus автомобиль Ford Focus вернулся на ранее занимаемую полосу, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Land Cruiser. Добавим, о пострадавших в ДТП не сообщается.